При работе на Макеваре Камертон не всегда нужно работать с одиночными техниками. Типа вот так. Можно работать и комбинационно, то есть простые комбинационные техники. Кроме того, не обязательно просто закладывать туда, можно работать и на выходе. И что вы делаете? Вы ведете как бы обычный бой с мстенью, делаете 2-3 удара, а потом, значит, акцентированно наносите удар по макеву. Пощупали. И на выходе делать минус. И туда влетели. И туда влетели. Спугнул противника вниз. Рывок сделали. Он дернулся. Раскатился. Удар по голове. Таким образом. Либо на выходе, наоборот. Ударил. И на выходе выбросили руку. После выхода можно сделать еще одну технику. То есть, предположим, ударили левый, сделали рывок вниз. И тут же вниз вошли. Таким образом. То есть вариаций много. Все эти комбинаторики уже разработаны, продуманы. Они имеют реальный практический смысл. То есть это не просто хаотичный набор приемов. Все они вошли в мой курс по макеваре. Это большой обширный курс. Там все, начиная от набивки и постановки удара, до динамики, тактики, выработки чувства дистанции. Всего, что только можно. Все, что касается макевара. Ну, об этом я расскажу отдельно в подкасте. Спасибо.